Клево, здесь нормально. Электрички в домике. Такой офигенный. Большой, но в нем, наверное, купаться нельзя. Хотя там есть мостки. Сейчас покажу. Вот. Не знаю, для чего они. Наверное, для ловли рыбы. Хрен его знает. Это лесная полянка вроде называется. Тут санаторий и, по-моему... Набережная? Да, вот это. Прикол. Чифца снимать такие крылые пихты. Пихты. Сирень вроде. Прикольно. Смотрите, какая чудная дача. Возможно, это дача, возможно, нет. Там я вижу летний домик. Тут, возможно, баня, есть сарай. Ну, тут круто. Тут вообще круто. Я бы тут жила. Вот. Люди ходят. Русаковская. Золотые шары, кстати. Мои любимые. Пахнут обалденно. Ты куда ушел? Далеко. Тут чучело есть. Сейчас, вот оно. Точки разные. Сейчас благодать. Грибочки из пня и каких-то шишечек. А тазиков. Тазики. Для салата, видимо. Чувствую себя конем. Потому что я иго-го. Тут ряска на пруду. 15 тонн, видимо, этот хлипкий мостик выдерживает 15 тонн. Всякая всячина. Какой-то навес, кстати. Кто знает, для чего этот навес? Скажу, что урбанистика. Но тут разруха граничит с чем-то новым. Сейчас буду искать место, чтобы снять влог. Гостям я Джетли, и я, короче, забралась в глушь специально для того, чтобы поснимать влоги. Типа, вам нравятся влоги из леса? Ну, вроде как вам нравится, поэтому я так и сделала. Короче, продолжим истории о моем детстве. Сейчас мы пойдем назад, потому что я обычно снимаю по пути назад, потому что по пути вперед я могу не запомнить дорогу, и все будет печально. Ну, типа заблужусь, а потом хрен выберусь. Вот. Сейчас я переверну изображение, вам покажу, что у нас окружает. Ру. Вообще кайфок. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я буду снимать просто, откуда я иду. Вот. А себя не буду захватывать, потому что
Ну вот просто так хочется. Короче. На чем я в прошлый раз остановилась? Нам туда идти. Ну иди туда, я следом пойду. Вот. А на чем я в прошлый раз остановилась? Типа на детском саду, да? Так. Ну? Пипися. Слышь? Я вообще помню. Короче. Сейчас я еще меньше. Ладно, не буду. Вот. Короче, в школе я была изгоем. Ну, в детском саду, конечно, тоже. Но там мне удалось задружиться с некоторыми людьми. Сейчас вот через вот это пролезать. Тут у меня вязнут ноги нафиг. Я боюсь, как бы тут, короче, на болото не наткнуться. И не это. В общем-то, не утонуть случайно. А то это премия Дарвина. Ну, ладно, мне не обеспечена премия Дарвина. Мне вряд ли вообще какая-то премия будет обеспечена. Вот. Так, сейчас. Вроде здесь. Что такое? На крапивку наткнулся. Ладно, будем обратно. Короче, я тут вообще ужасно боюсь встретить гадюку. Потому что если я встречу тут гадюку, ну, ее укус не особо смертелен. А вот тут я не помню, куда я шла. То ли куда-то сюда, то ли куда-то сюда. Куда идти? Туда, туда? Не знаю. Я не помню, чтобы я перелезала через ветки. Ай! Короче, камшот от дерева. Вот. А в младших классах, короче, я мало того, что была влюблена в одноклассника, который меня сзади поднял, он, наверное, это уже не помнит. И я надеюсь, что он не смотрит это видео. Вот, короче, я была очень супер-пупер влюбчивой. Потеряла Криса. Ладно, окей. Короче, была супер-пупер влюбчивой. Я знаю, что ты там стоишь. Что? Ой, блин, я, кажется, не туда пошла. Вот. И я влюблялась два раза. Аж два раза. Но у нас ничего серьезного не было. И мы даже не целовались вообще. Первый мой поцелуй был, по-моему, лет в 13. И это уже совсем другая история. Что такое? Что случилось? Офигеть, смотрите. Так мы тут не ходили. Какая разница, если тут болото? Что? За мной иди, тут болото. Я, конечно, глупая, но как идти, я более-менее помню. Да ёперный театр. Ребят, я не буду монтировать это видео. Сломала дерево, господи. Мне за это еще прилетит потом. Вот. Так. Короче, сначала я хотела, чтобы с меня брали пример. И типа была вся такая хорошая, но у меня ни хрена не получалось. Вот. Нет, мы не туда идем, не в ту сторону я вам показываю. Нужно вот так идти. Ну, вон туда пойдем. Ну, пошли. Вот. Короче, у меня ни хрена не вышло. Особенно. Господи. Кроссовки потом на выброс явно. Зря я сюда зашла. О, так. Вот особенно после того раза, как
Ну, дети, они злые, вы же знаете. Мне, короче, драконили. Вот, у меня прозвище Балакушка. Потому что я умела делать мяу. Вот. И типа любила кошек и была воспитана кошкой. Тыры-пыры. Вот. Ну, вот, собственно говоря, сам выход. Я, наверное, с вами буду до станции болтать. Можно тут пройти. Типа, вон там вот дорожка есть. И тут есть дорожка. Давай, давай, давай. Пошли к домику. Пошли к домику. Вот. И когда меня раздраконили, я не помню... Там, ой, лягушечка. Сейчас я вам покажу лягушечку. Обожаю этих маленьких существ. Сейчас, где она? Она прыгает. Сейчас я отдалю немножко. Где? Где-то была лягушечка, вон она. Вон там прыгает. Сейчас. Оп. Я ее выпущу, не боитесь. Ой. 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 Очень осторожно ее возьмем. Вот она. Малышка. Красавица. Я тоже хочу. Держи. Что? Ну, ее главное не замучить, потому что это все-таки живое существо. На меня садятся комары. Что? Вот, видишь, тебя комары покусали? Это я растение потрогал. Ой, она не хочет к тебе, Крис. Шмяк, ну ладно, пошли. Вот. Конечно, лучше так не делать, но типа не из-за того, что вам что-то плохо будет, а из-за того, что лягушечка может покалечиться. Хотя они с таких расстояний прыгают, что прям, я не знаю... Так, вот, надо было кепку надеть, все прочее. Вот, и, короче, я бежала, как самолетик. И, наверное, представляла, что я самолетик с линейкой и карандашиком. И чуть не наткнулась на учительницу. Типа параллельного класса. Я сначала училась в классе А, потом училась в классе Б. Вот. А до 9-го, по-моему, я училась в классе А. А может и не до 9-го? Нет, не до 9-го. До 5-го. Вот, короче, у меня была куча грамот по рисованию. Где они все теперь? Это не важно. Вот. Постоянно говорю, вот, я уже задолбалась это делать. Ну ладно. Сейчас. И мне сказали, что типа... Ты будешь наказана, там мы вызовем твоих родителей. А для школьников всегда вот это вот, мы вызовем твоих родителей. Это прям адский ад. Сейчас. Я вам буду показывать вот так. Чтобы вы немножко отдохнули от моего прекрасного, превосходного лица. Да ладно, шучу. Если кто-то реально думает, что я... Слишком высокого о себе мнения. На самом деле нет. У всех есть комплексы. Они у меня тоже есть. Но. Как бы. Я не пытаюсь возвыситься ни над кем. Зачем я это говорю? Я не знаю. Я же рассказываю историю. Стори. Вот. Короче, и тогда я решила, что я стану такой плохой, чтобы меня ставили в пример, типа, какой, ну, каким человек быть не должен быть. Ну, тут я тоже, короче, облажалась, потому что я для этого слишком добрая. Ну, мне кажется, в этом нет ничего хорошего. О! Тут очень красиво, но я не знаю, как это будет восприниматься камерой.
Короче, сейчас прудик. Блин, я вот прям в таких местах отдыхаю. Я в этом году не поехала на дачу и, скорее всего, уже не поеду. Потому что мне вести двух кошек и тратить баблишку на автобус. Ладно, мы на машине меня, ну, повезли, как обычно, да, с мамой. Но тут придется тратить деньги на автобус, тащить кошек самой. Скажи, если кошек. Вот. В автобусе, короче, мы в прошлый раз кошек везли обратно. И это был маленький ад. Потому что для кошек надо купать еще одно место. И Булка, в принципе, себя нормально ведет. А вот Бесюк, он такой, слышь, я чё, в клетке? Я свободное существо. Выпусти меня. Как ТП я буду снимать на пол лица, типа, смотреть на мой прекрасный глаз. Вот. Ну, я все равно буду снимать на пол лица, может быть, вот так. Вы видите там облако? Да, облака вообще классные. Меня покусали комары. Буду снимать с бесючего ракурса, снизу. Снизу. Буду жирной. Крапивка была, да? Да, это была крапивка. Ты не знаешь, как выглядит крапивка? Никогда не знаю. Я сегодня решил, что крапивка. Вот так вот. Офигенно. Блин, меня видно, что это, да? Да, тебя видно. Мне нужна селфи-палка. Или швабру. На швабру примотай это. На швабру, да. Вот. И, короче, с тех пор я стала троечницей. Еще и занималась балетом до 5 или 6 класса. Там ути. Сейчас покажу. Зум. Это видео для тех, кто, как и я, никуда не уезжает на лето. Уточки. Кре-кре. Можно их зазумить вообще полностью. Вот какие они красивые. Там еще купается вожак. Вожак уток. Серые уточки — это самочки, а зеленые — это селезни, самцы. Вот. О, сейчас, пару минут. Ой. Я сейчас выключила запись видео. Включила, а там говорят, нет карты. Я так пересралась, если честно. Это пипец. Но она есть. И запись дальше идет. Это хорошо. Опять домик. Прекрасный домик. Тут, короче, находится санаторий. Я не помню, говорила я это или нет. Да я не буду снимать собачьи какашки. У меня и так видео довольно. Растение целое красивое. Это девичий виноград. Сейчас я вам его тоже покажу. Нет, не это. Вот, девичий виноград. Цветочки. А там розовые цветочки. Какие-то. Давайте их зазумим, потому что мне лень подходить. Кто знает, что это за цветочки, пишите в комментариях. Я знаю. Из-за этого дурацкого звонка мне придется монтировать видео. Но заодно вы... Я рассказываю вообще-то историю свою. Историю своей жизни. Это пауза была. Дурак. Ладно. Вот. Это электричка. Мы к электричке подходим. И в школе как бы меня тоже не любили. Со мной мало кто общался, потому что, наверное, потому что я болею, и это типа естественный отбор, что общество оттесняет больных людей, как и в живой природе, типа они оттесняют больных животных для того, чтобы потом все было нормально. Но вы знаете, в каком плане. Вот. И у меня устала рука.
что дальше-то? Вообще в школе очень много разного со мной случалось. Я могу, наверное, рассказать это на стриме. Ой, кстати, смотрите, красиво как. Сейчас. А вы не видите. А как так? Сейчас приближу. Там домики для электричек стоят. Вот. И у меня проку было в школе, только, наверное, типа грамоты получала по рисованию в основном, да. И меня два раза или три хотели исключить. Меня директриса, короче, вызывала мою маму. И такая, типа, забирайте документы, валите из школы. А моя мама такая, ну она же вам вообще-то грамоты приносит. А я их, короче, не колышала. И директриса сама по себе меня не любила. Вот. И у меня постоянные были с ней терки. Какой-то скудненький получился вложек. Потому что информации дофига. И, наверное, чтобы все это рассказать, надо, ну, не знаю, куда-то, наверное, на расстояние в час уйти и просто тупо бродить и рассказывать. Вот. Ну, наверное, на этом я с вами попрощаюсь, потому что вы видите, что там, ну, происходит. Вот. Короче, я не знаю, если у кого-то были подобные ситуации, типа вас хотели выгнать из школы или ну, что-нибудь еще из этого видео, короче, пишите об этом в комментариях и приходите на стримы. На стримах мы с вами пообщаемся, я вам что-нибудь расскажу такое, что нельзя рассказывать в видео, а потом удалю стрим. Вот так вот. Все, пока. Нестандартно попрощалась. Пока. Красиво. А знаете, что с другой стороны сейчас я приближу? А с другой стороны, короче, типа мост. А с другой стороны нафиг стройка. Что здесь будет? Не знаю. Наверное, МЦД. Или что-то еще.